Давай начинаю запись. Расскажи, как выглядит этот черт. У него лицо или морда, скорее морда плоская, как маска такая, без носа, просто маска, как у индейца. За что он отвечает? Он отвечает, что он за коммуникации, он говорит, что он регулирует количество человеческих элементов под чертей. То есть не количество чертей идет под человеческие жизни, а количество человеческих элементов под количество чертей они регулируют. Он регулирует. Как он это делает? Но он показывает, что он может устраивать разные катастрофы, и это очень действенный метод. А как они это делают? Они как-то сеют людей, они контролируют людей или как? Он говорит, что ему незачем контролировать сеть людей. Достаточно того, что люди, которые ему необходимы, будут иметь внутри подобное существо, как он. Не обязательно такого большого ресурса. Ресурс может быть намного меньше, но вот если в человеке внутри как чертик сидит, в любой момент он может подсоединиться на уровень этого чертика, выйти и просто через него с человеком взаимодействовать и управлять человеком. Как показывает, знаешь, не туда кнопочку нажать, не туда перевести какую-то стрелку, не то сказать в наушник, ну, те, которые самолеты ведут, Да, допустим. зачем он это делает? Он говорит, что регулировка жизни людей, это проще всего таким образом убрать. А еще говорит, что где-то у них есть или был, это я не совсем понимаю сейчас, тот, который отвечает за катаклизмы природные. Это еще более высокий уровень, и там нужна квалификация более качественная. Это черт, который отвечает за катаклизмы, так как и он не состоит из множества от маленьких чертей, а он как однородный, то есть он вроде бы состоит из множества, но они все подчинены единому организму и даже как нервная система единая. Слишком это, как можно сказать, черти-управленцы, если такое бывает, но вот именно по человеческим меркам примерно так. Сколько еще таких чертей-управленцев сейчас есть? Скорее всего, врет, но говорит, что трое. А сколько было буквально месяц назад? Смеется и говорит, что дюжина. Чертова дюжина. 13. А куда еще 10 делись? Ну, она тебя злобно смотрит и шипит, и говорит, что тебе бы не пристало спрашивать про такое. Он с тобой нормально-то общается. Ну да. Вот это вот во лбу у него что сейчас? Это монетка, он говорит. Ну вот, а откуда она у него? Он говорит, что это плата ему за службу и за верность, и как как принадлежность к чему-то, к касте какой-то. Говорит, что эти монетки есть разные, в зависимости от диаметра, они котируются как больший черт, меньший черт, если можно так сказать, именно такими терминами, чтобы мне было понятно. А он знает, а чьи это монетки-то? Да, конечно, они же там были, когда их распиливали. Как следующий приходил, ему отпиливали кусочек, и он возвращался. Они, ну, подбирали. Вот, а из чего они отпилены-то? Ну, говорит, от хозяина. Хозяин что сейчас, без рогов? Ему сейчас ни рога, ни копыта не нужны. А материал, из которого сделаны эти монетки, он чей? Это сила, он говорит. А чья Там сила? разная сила, знаешь, говорит, как вот верх, который содержит, который держит основу и держит контур. Это одна сила. Внутри, как вроде зуба пульпа, это другая сила. И стержень, который идет в центре, он показывает такой белый длинный стержень. В разрезе это как кристаллик выглядит. Он говорит, что это третья сила. Вот это третья сила чья? А если тебе нужно, забирай. Хорошо, пусть соберет все такие Нет, монетки. он на это не подписывался, он твои приказания не обязан воспринимать как приказ, потому что, ну, ты как бы нигде, как работодатель у них не числишься. А кто чистится как работодатель?
где-то он потерялся, говорит. А если он потерялся, то контракт, что с ним происходит? Ждут, пока он явится, ничего не происходит. А они ждут пассивно, либо они выполняют контракт? Они выполняют ту часть работы, которая на них изложена, но сейчас как-то не очень у них получается выполнять. Ну а вообще-то да, выполняют. Ну а зачем они выполняют, если не для кого выполнять? Они говорят, лично для удовольствия. Во. А кто им дал право лично для их удовольствия что-то делать? Говорит, что так прописано в контракте. Они не должны делать то, что им не нравится, а делать только то, что приносит им какое-то удовлетворение. А если контракт-то уже нельзя выполнять, то зачем они это делают еще раз? Вот не понимает, почему нельзя выполнять, а его-то никто не расторгнут перед тем, как пропал их хозяин. Он же их, его-то не расторг. А Если теперь нет, так и... для кого это делать, то для чего А они делают? нет, нет, это свидетельственно, что его нету. Вот покажи бумажку, свидетельство о смерти хозяина, он говорит. Пусть покажет свидетельство о жизни. Это не требуется, они просто работают и И для работают. смерти не требуется, хорошо. Где он сейчас? Куда-то уехал, может. Хорошо. Он же хозяин, он же им не обязан-то отчитываться. Чертогов у него много. Угу. А, вот я показываю статус права доверенность от него и от Кона на расторжение контракта. Расторгаю его реакцию. Надо проверить, надо пойти у Кона спросить, может кого-нибудь послать, ему как бы трудно, ему загар вреден, но кого-то он найдет меньшего клерка и пошлет. Пусть сам идет. Нет, ему загар вреден, он говорит, нельзя ему туда. Пусть найдет вторую сторону контракта. Говорит, нет, у них написано, чтобы было убийство самого себя для чертей необходимым. А вот если ты его туда отправишь, это будет убийство для него. Такого нет, он говорит в контракте. А почему общение с работодателем является убийством? Нет, работодателем Конвселенной это не является. Это с его молчаливого позволения, но работодатель у них другой, он Вот говорит. где работодатель? Пусть сходит к работодателю. Да, у него, он говорит, такой надобности нет. Это если тебе к нему интересно, можешь сам сходить, а ему-то что? Он сидит на своей работе, работу свою выполняет. Говорит, еще две большие такие бабах-катастрофы запланированы, и он должен следить, чтобы Угу. они сбылись. А если это не для работодателя, то для кого? И контракта нет. Зачем он это планирует? Ну, вот обратно, или он говорит, что никто не отменял-то контракты. Он не расторгнут, говорит. Он перед тем, как куда-то ушел, он его не разорвал. А у них нету написано, чтобы руководитель их как инспектировал каждый так 5 лет там или сколько. Он является, когда хочет, а они сами все делают то, что нужно. Ну вот теперь я за него. Я говорю, расторгнуть тот контракт. Он говорит, так как силой троих он был подписан, скреплен, также нужно троим, чтобы и расторгнуть. Чьих троих? Одна сила – это твоя сила, одна сила – это кона Вселенной сила, а третья сила – это черно-красного сила. Неважно, каким образом он у вас взял разрешение, важно, что она была закреплена 3 силами. И Хорошо. также 3 стороны должны расторгать. Сейчас он видит твою сторону, он видит сторону кона, но Угу. позволение на это красно-черного он не видит. Твоя, вот то, что ты показываешь, это не от него, он говорит, это от кона. А теперь я показываю красно-черного. Смотри, его нет. Ой, говорит, блин, Илья, ну прости. Угу. Он говорит, Голливуд и не такое наклепать может. Хорошо. Да я пересмеюсь. Да. Все, успокоилась. Успокоилась. Угу. Молодец, хитрый. Ну, для прикола давай. Поболтаем.
Только ты смотри, пожалуйста, чтобы он меня не... Он пытается снизу, Вот, да. я о чем тоже. Мне смешно, так он меня как щекочет Угу. вроде, знаешь. За жопу дергает. Не Не кусает, но чуть-чуть так это. надо, чтобы он меня дергал за жопу. Угу. Ты на смех открываешься. Не буду, все. Смотри, если 2/3 получателей контракта это я и Кон, то пусть 2/3 результатов идут мне и Кону. Нет, он говорит, что ваши процентные там соотношения очень маленькие. Откуда он знает, какие процентные соотношения? Он говорит, что он читал, когда подписывал контракт. Твоя только сила, его только воля, а красно-черного все остальное. Хорошо. Забираю всю мою силу и волю и коны, кона Вселенной, его каналы, скажем так. Что происходит? Он спрашивает, да что же ты такой, что с тобой договориться вообще нельзя. Ну вот я забираю, что происходит. Ну, я вижу, что эта монетка просто распадается, она как серединка выпадает, а вот этот контур, который, знаешь, как управляющий, вот который снаружи, и вот эта выемка во лбу, это держится. Уже лучше. Накладываю это на все оставшиеся монетки. Спроси, сколько таких еще монеток осталось? Да, он говорит 62. Угу. Хорошо. Ну да, 64 было. Пусть вызывает всех 62. Спрашивает, а чего бы это он должен делать? И спрашивает, а что ему за это будет? И спрашивает, а что ему за это не будет? Прям предвосхищает мой вопрос. Ничего ему не будет. Все, достало меня это. Монетку забираю. Ты его стукнул сверху, да, Илья? Я забрал монетку, согнул и отпустил вверх. Возвращаться монетки вверх в силу. Ну, что-то ему поплохело. И вот он сопротивляется, смотри, как вот не до конца. Вот предыдущий сразу распадается, это была чистая сила. Вот это как нечистая. Что ему еще? Но вот он какой-то усиленный, потому что он из тех, которые он говорит, что управленцы, знаешь, он не из тех, которые в людях сидят, он Угу. свободный какой-то, ну не свободный, а целостный какой-то, понимаешь? Вот, управление. Кто у нас заправляет часть коны? Ну-ка, дай им символ мироздания и кристалл. Вот все связано со всем прям в лоб. Да, но что-то ему ненадолго хватило заряда. Ну, это немножко раз его по всей вселенной. Расшатало Да. психику и не только. Рога еще такие крепкие. Ну так, все, уже все. Фу. Достал. Смотри, много еще таких. Ну вот один еще точно я вижу такой, если он выглядывает и прячется. Ну, вытягивай его пылесосом. Да и можно так или пылесосом, как ты сказал. Как хочешь. Я пылесосом уже. Да, вот он. Маленький какой-то. Че он такой маленький? Он говорит маленький, да, удаленький. Хорошо. За что он отвечает? Ой, какой такой. Беленький козленок такой. Ага, я только смотрю. Он говорит, что он за климатом следит, чтобы на Земле не было перенаселения. Климат – это очень важная вещь, он говорит. Как же извратились-то все функции? Хорошо.
Он говорит, как-то показывает, знаешь, вот как Земля вот так, 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 так тасует. Это что, тектонические плиты? Это типа вот всякие там землетрясения, еще какая-нибудь такая, да? А он всегда за этим следил? Может, кто-то раньше за этим следил? Ты не смотри, что он маленький. Он говорит, что он маленький, да, удаленький. Хорошо. На вопрос пусть ответит. Когда он начал смотреть за этим? Но когда дедушка не стало, тогда и внуку пришлось смеяться обратно. И сейчас-то дедушка пришел? Как бы дедушка меньше ходил, так и его дедушка был бы жив. Но он вернулся, он жив. Он о своем говорит, о том, который вот. А я про того, кто теперь снова должен управлять климатом. Ему работы нет, его реакция. Нет, он не верит в это. Ну, это я так мягко перевожу. У него во лбу что? А мне лобик маленький, а это большая. Ты понимаешь, они какие-то разные. Вот это как большая такая, и там кристаллик такой тоже не маленький. Пусть расскажет, что это. Он говорит, это сила. Чья? Если заберешь, то я буду. А изначально чья? Тоже как твоя. Тогда почему будет, если она и так моя? Сейчас же она у него. А почему она у него? А я ему дал хозяин. А какое право хозяин имел давать мою силу? Ой, говорит, вы барышники, сами разбирайтесь. Ему дали, он носит. Хорошо. Ну, раз это не его, тогда я забираю. Как-то быстро он сдался. Аж неинтересно. Испаряется. Фу, грязная медалька. Хотел в ней остаться, прилепиться. Вот оно в чем дело. Я его там стираю. Фу, ладно, перерыв.